футболь с детками. Сюда приехал и кайфанул. А, МДНДЖ ХПИ оказывается, да? И что эта дорога смотри, куда? Смотри, если шлагбаум закрытый, ты можешь срезать ее нахуй и поехать. Почему? Потому что здесь свободный путь должен быть. Да? Я узнавал, да, заповедник узнавал. Так это на заповедник, что ли, дорога? Якобы на заповедник, но заповедник аж через 9 километров. И это что, эта дорога, короче, получается, выжить можно на машине ехать, а? Да, жизнь хата. Серьезно? А что за жизнь? Так же вот с квадрокоптера они сняли. Серьезно? Воздуха нажал квадрат, в цепу хара, у незер та герка нажал. Что полезно? Прямо от дыга жидляра? От дыга жидляра. Это вот киша и белая не совпадает. Нифига себе, я эту дорогу вообще не знал, сколько раз я приезжал. Я думал, когда ты можешь сказать, думал, тут пешком можно пройтись, а не на машине, я имею в виду. Чисто пешком. А видите, это Гадзикова, спокойненько здесь, без напряга. Ничего себе. Ты мне Америку открыл. Время есть быть, время могу быть, без разницы. Эта дорога вообще где заканчивается? Вот здесь, вот и, короче... чуть дальше еще едет, но там дорога не заканчивается, а на грузовике или на УАЗике можно там дорога на гору поднимается. Да? И потом уходит туда. А вот это вот что за здание? Ну это, видимо, может для лесников что-то было. Пожарная часть. Ну она вся открытая, заброшенная. Заброшенная? Я был хагвану уже пасхана шуфаку, уже еще шарик. Ничего себе. И с бухагур жижумаку. Дукуэри и мазухатрумаку. А это тоже дорога? Или это вот здесь? Не, я имею в виду вот здесь. Чисто, а да, недалеко, тормозит. Недалеко. А, недалеко? Ничего себе, пустая полностью. Бухаляля, а тебе все равно в Анде. Или как Азавич? Назад он, сдай его туда. Тачок он есть. Где-то тут беседка была. База отдыха за обхмирунами. Погоду это место еще никто не знает, и Валера. А то запрахнусь тут. Парень хана видит этого. А, сейчас интернета попадет. Да, сейчас обжели вы зачали. Следующая поездка, здесь ничего не будет. Вот как обжели нормально сигарки. Тут бы забито лома. Да. Ой, Валера, квадрабаза. Я сидящий. Буржуйка жат. Буржуйка дает. Если тебе хабавы, пшахина, соли, месть, водеми, вот и позагуат жат. Короче, тут, походу, пожарники жили. Жили, не тужили, и потом, короче, спалили, походу, и... И это все заброшено осталось. Пожарники, пожарники. Походу, тут уже кто-то пилит уже, братан, смотри. Полностью рахаму, я бы. Полы полностью сняли. Ну хох бы. А там в этой вода была. Такое вот здание тут. Пожарников. Короче говоря, хлам какой-то непонятный. Блядь, такое здание хорошее, разворовали полностью все. Какие помещения оставили? Ну, вообще, я... Даже не
наши люди. Блин, вонь какая-то. Повай здесь. Ну, здесь костер жги. Как можно тут костер делать? Кто-то прям, кому-то было вообще не этот, холодно, прямо решил здесь прям костер жги, да? Все, пора валить дома. А что здесь? Туалет. Что там? Вода. Нифига себе. Блин, жалко, сука, бросили я на визуал. Кстати, мы его... Это вообще стратегический объект. Да. Видно отсюда? А, тут вода, короче, бочка тут. Пластмассовая стоит. А почему вы не тратили пить? Саудюхать будет. Вот там шанал обжигуны. Смотри, там 10 куров. Какая шкура? Здесь висит? Висит? Нет, это волк. Волчья. Волка шкура? Тут туалет, походу, да? А это вот крышка от этого. От пулемета. От мины. От ППШ. Не будем снимать такие мины. Такое хозяйство забросили. Это водозаборник. Короче, после того, как интернет попадет, тут, походу, ничего не останется. Это водозаборник. Нет, наверное, буду привозить туда сливание. Скорее всего. Да ничего не привозили. Шлангом откуда-то. Не-не-не, вот тут, короче, походу, подвозили вот отсюда. Вот. И вот такое вот здание тут, кстати. Непонятно, или пожарники, или спасатели. И жили тут. А тут вот... Красотища. Красота. Эй, хороший вид, да? Тут гостиницу если построить, братан. Форель? Где форель? Нет. Хочешь сказать, сейчас там форель? Да ну, форель тут не будет. И вот выход. Тут тоже красота, вас выход не спуститься, если получится. Короче, выключаю камеру. Там внизу включен. Короче, вот здесь еле спустился. Очень скользко. Там дорога. Скала какая-то непонятная, красного цвета. Так, спуститься мы спустились, а потом как подняться обратно, даже не знаю. Красота.
Что это у нас? Короче, походу тут рафтингисты утонули. Там какие-то таблички висят. Сейчас спустимся, посмотрим. Опа! Коржев Юрий Петрович. Короче, вот это новое, походу.